Друзья, всем привет! Посмотрите, как расцвели у меня остики. Я занесла их с теплицы, когда начались морозы, в дом. И цветочек сразу же ожил, сразу же стал цвести. Так радует прямо глаз. Да хочется лета. Этот я тоже занесла, но он пока еще только зелень свою набирает. И вот бутончики. Я все три горшка занесла и поставила их здесь вот на этой моей рабочей кухне, на которой я варю и все такое делаю. Вот так выглядит пшеница, которую я вам показывала, видите? Это у меня уже прошли сутки, вторые идут, и она уже начала расти. Воду я слила, и скоро ее будут кушать курочки. Поливаю я ее, обрызгиваю вот с такой брызгалки. Так беру прямо и брызгаю сверху, чтобы она не подсыхала. Вот. Так что вот так вот, друзья. Сейчас я возьму кое-какие семена, покажу вам. Сегодня у нас 28 января. И я вам расскажу, что я хочу проэкспериментировать. Если у кого-то будет такой опыт или был, вы мне обязательно напишите. Ну и вот то, что я вам хочу показать. Это черемша. Черемша, которую мы мечтаем покушать, но здесь на юге ее нет. Мы, по крайней мере, ее не видим. Я купила семена черемши. Естественно, они в жаре будут плохо расти, поэтому нужно их посеять, желательно в зимний период, в холод, чтобы они прошли стратификацию. Желательно настоящую, натуральную. И я их хочу сейчас сходить повдоль теплицы, со стороны, с темной стороны, с северной, посеять. И возле забора, в двух местах. У меня два пакетика. В двух местах я посею, она уйдет в землю. И надеюсь, что весной они смогут взойти и порадовать нас своим вкусным урожаем. Так что пошли, друзья, сеять. Вот здесь вот, где лежит снежок, где северная сторона нашей второй теплицы, я хочу прям бороздочку сделать. Семян там немного. В каждом пакетике, наверное, по 10 семяночек. Здесь у меня батон сидит, вот здесь вот, где это. А вот здесь вот, если поближе, мокро, конечно, и промерзло, но ей это будет хорошо, потому что ей нужна стратификация этим семенам. Снежок, холод. Видите, если я прямо так вот их, может быть, кто его знает, возьмут и взойдут. Сейчас я это сделаю. Так, немножко я ее как бы земелькой вот этой вот прикрою. И тут и трава, и все на свете, конечно. Но хочется прикрыть земелькой. Надеюсь, они уйдут в землю. Сильно глубоко тоже не надо. Но так, даже можно вот снежком, чтобы был холод именно на них. Вот. Когда они вылезут, они, конечно, их уже видно будет. Так, это у меня тут веревочка. Все. В общем, вот этот вот метр у меня с семенами здесь. У второго листа надо не... Нет, у третьего листа. Первый, второй, третий. От полоски до полоски. Здесь у меня черемша будет. Так, и вот здесь, возле забора, возле заднего, где шифер. Я здесь тоже. Метр. Здесь хорошая земля, кстати, рыхлая. Там гораздо труднее копалась. Друзья, вместе с остиками проснулась. Посмотрите, какая красота. Проснулась бабочка. Вот она сидит и думает, что случилось. Посреди зимы меня разбудили. Кто меня разбудил? Посмотрите,
Бабочка проснулась. Что мы с ней делать будем, я не знаю. Наверное, так и будет жить на устиках. Они цветут. Я им здесь вот под лампой поставила, потому что солнышка-то нету как такового. А они на окне расцвели, между прочим. Конечно, проснулась не только бабочка, но и смотрите. Муравьи. Это не домашние муравьи. Это муравьи, которые с теплицы я приволокла домой. Вот так вот. Что с ними делать, не знаю. А бабочка, конечно, посидит. Красавица. Не просто мотылек, а именно бабочка, смотрите. Да. Нашли у себя убежище. Что у нас на улице? А на улице у нас идет дождь. Дождь или снег, непонятно. В общем, что-то мокрое. Я понесла курочкам зернышки, которые я проростила. Упаковочку им даю вечером вместо сухого зерна. Видите, как мокренько у нас. Ну что, мои красоточки, вы у меня умнички, второй день стараетесь. А что все кормушки что-то опять у нас грязные? Давайте высыпем. Почистил кормушечку. Ешьте. Посмотрите, какая вкуснота. Это вам, чтоб спалось хорошо. Давайте. Смотрят такие, скажут, что-то новенькое. Давно я им не давала пророщенное. Мама Чули, ты что, дерешься? Ну-ка, не драться. Бессовестная. Бессовестная. Кушает, кушает. Во, а он ее гоняет, видите? Смотрите. Она курочек, а он ее. Он не любит ее. С петушком-то придется прощаться. Я вам не говорила, что все яйца, которые заложили от наших курочек, все пустые. Друзья, все. То есть петух уже не способен оплодотворить яйца. Поэтому те, что я купила яйца, они с цыплятами. А те, что от наших курочек, они пустые. Яйца я... Как бы я их не выбросила, я их сварила и курочкам этим же скормлю. Вот. Мы проверили, много разбили, посмотрели, внутри нету ни цыпленка, ни зародыша, ничего. И пока они не протухли, я их как бы сварила. И им же подмешиваю по утрам, ну, по 4, по 5 яичек. Там 30 яиц, все яйца сварила. Вот такие дела. Закончится инкубация, вот эта вот, которая... У нас сейчас идет от покупных яиц, сколько там будет. Они, возможно, тоже не все будут. Может быть, там тоже какой-то неоплод есть. Но есть. И в яйце есть цыпленок. Я видела хорошо, смотрела на лампочку. И будем петушка брать нового. А этого петушка уберем. Ему уже 2 года. В марте вот будет как раз 2 года. И может быть он стал таким, потому что он немножко болел летом. Я показывала, что он 2 дня где-то сидел. И возможно он потерял уже свое здоровье. Так же как вот эти курочки, вот старенькая. Вон, видите, вон она уже не хочет ничего. Одна только мама Чули у нас из старух более-менее себя чувствует. Так, а ты что тут одна? Иди кушай зернышки, иди, моя девочка. Иди. Так, сегодня, ребята, сегодня что у нас с яйцами? Я вам скажу так. Одна подписчица написала мне, чтобы я добавила в корм, ну, все, что я добавляю, и добавила перец, жгучий перец. Я добавила им по столовой ложке, стала добавлять. Я не знаю, что произошло. Вчера было 13 яиц, сегодня я собрала 12, и вот смотрите, 2 лежит. И еще 2 лежит. То есть получается, сегодня у нас 16 яиц. Вы понимаете? Это как? Это действует этот перец? Или что?
Или это случайное совпадение? То есть вот так вот. Добавила черный обычный перец, сухой. Добавляла прям в их корм обычный, который я добавляю. Добавляю туда и мясокостную муку. Добавляю туда все, что там. Ну вот яйца добавила. В общем, вот как-то так. Может быть, это совпадение, то, что яйца стала давать. Их же вареные яйца 2 дня даю, и совпало так, что я даю им перец, и яйценоскость увеличилась в разы, скажем так, практически в 2 раза. Если было в обычный день в среднем 8-9, то сейчас, видите, от 13, сегодня уже 16. Вот такие, друзья, дела. Пробуйте, у кого есть курочки, пробуйте добавить перец черный, столовую ложку. Вот на моих, вот сколько тут, 25 курочек. Я им 3 ковша обычно вот таких вот делаю, этого, мешанки. Так что, друзья, очень хорошие результаты, прям мгновенные. Буквально 2 дня назад, вот даже можете по комментариям посмотреть, где-то или в предыдущем, или под, ну, перед одним видео там, написала женщина про перец. Я сразу стала давать. Курочки отреагировали мгновенно. Ну, правда, в этот же момент у меня совпало так, что вот я яйца стала давать. Ну, там 4-5 яиц вареных я размешивала тоже в мешанку. Так, все, кушайте, мои хорошие, все. На сегодня все. Водичка. Сейчас я посмотрю, вода у них там есть.